Здесь все самое необходимое. Продукты питания, чай, теплые вещи, средства гигиены. В сборе помощи для участников специальной военной операции местных жителей народных республик приняли активное участие предприниматели, муниципальные депутаты и местные жители. У нас есть одна жительница уже такого преклонного возраста, которая вяжет носки. Вот вся коробка, это связанная ей. Есть какие-то такие, вот ее носочки, которые она вяжет. Но больше всего нас поразило, когда мы увидели, что в каждую пару носок она вкладывает сгущенное молоко. Есть среди собранной помощи и специальное оборудование, которое может пригодиться в разведке и наблюдении. Это жители из деревни Пуговичина, из поселка Горки-Ленинские. Сотрудники теротдела Горки-Ленинские. Мы собрали деньги и купили 2 мини-квадрокоптера. И с горячим приветом, с победой мы отправляем нашим бойцам на спецоперацию. Ленинский городской округ собирает помощь на постоянной основе с марта этого года. Сбор ведется в 9 пунктах, расположенных на базе офисов территориальных отделов муниципалитета. Очень многие откликнулись. Это и торгово-промышленные палаты, различные союзы, общественные организации, которые вот формируют грузы уже адресно, непосредственно исходя из перечня, который мы получаем от нашей 42-й дивизии. Дивизия большая, это больше 10 тысяч человек. Вот этот вклад в нашу общую победу, это неоценимый вклад. Это действительно, потому что есть боевой вклад, ребята, которые за ленточкой, а есть вклад тех ребят, которые в тылу помогают нашей общей победе. Это тоже труд, это тоже работа. Третью по счету партию гуманитарного конвоя планируют отправить 2 декабря. Но подобная работа обязательно будет продолжена. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.